А ты знаешь, кто этот огромный зеленый монстр из нового клона Poppy Playtime? Garten of Banban. Про эту игру я выпускал предыдущие два видео и конкретно разбирал геймплей и что есть сюжет. Но я не затронул такую тему, как тот огромный зеленый монстр, который сбрасывает нас куда-то в темноту в самом конце игры. Название игры переводится как Garten Banbana, но кто из всех этих монстров Банбан, мы не знаем. Зато в трейлере второй главы игры на картинке мы видим какого-то монстра. Возможно, тут история так же, как и в Poppy Playtime. Poppy Playtime названа в честь куклы Поппи, а ее впервые мы видим только во второй главе, так что Банбан точно кто-то один из них. Но мне кажется, что Банбан это этот зеленый монстр. Он реально криповый, а когда он выходит из темноты, то еще страшнее. Но кто же более криповый? Наш Хаги-Ваги или же этот монстр? Напиши в комменты.